Всем привет! Мы находимся в презентейшн-центре проекта Davis Conda. Это проект одного из крупнейших девелоперов Торонто, Marlin Spring. Несколько дней назад на нашем YouTube-канале уже вышло видео, посвященное этому проекту, но сегодня мы имеем возможность быть в презентейшн-центре, показать вам макет здания, и я немножко расскажу еще раз об этом проекте. Итак, локейшн, где будет строиться Davis Conda, абсолютно уникальный. В 5 минутах ходьбы от проекта станция метро, которая доставит вас до перекресток Янг и Блюр всего за 13 минут. Тут же находится Go Station, время в пути до даунтауна Торонто, до Union Station 20 минут. Этот район, который называется Danforth Village, застраивался еще в начале прошлого века. И здесь было низкоэтажное строительство. До недавнего времени строительство многоэтажных комплексов было запрещено. Зонинг изменился. Буквально за несколько месяцев вся земля раскуплена несколькими девелоперами, и тут начнется массивное строительство. Локейшн проекта, где вы можете добраться до даунтауна за 20 минут двумя видами транспорта, Go и метро, это просто уникальное место. И, соответственно, это лакомый кусочек для девелоперов. В ближайшие 5 лет здесь будет построено больше 5000 кондоминиумов юнитов, и это будут все лакшери проекты. Еще важным моментом является то, что в доступности находятся 2 университета. Это UFT University, где обучаются 95 тысяч студентов, и Ryerson University, где обучаются 36 тысяч студентов. Мы работаем с инвесторами, которые инвестируют в pre-construction проекты уже долгие годы. И я всегда говорю одно и то же, что очень важно войти в район в начальной стадии строительства. После изменения зонинга в районе это первое здание, которое будет здесь строиться. Соответственно, каждый последующий проект будет дороже, дороже, дороже. Огромные инвестиции происходят в инфраструктуре района. Строится новая линия Subway, которая пройдет от Exhibition Place в даунтауне через Distillery District и дальше придет в Скарборо, именно сюда, где строится этот проект. Теперь немного о самом проекте. Проект будет состоять из 2 башен, одна 38 этажей и другая 24. Находиться эти башни будут на 6-этажном подиуме, в котором будет много commercial помещений, рестораны, магазины, все, что необходимо для очень комфортной жизни. Amenities этого проекта соответствуют уровню 5-звездочных отелей. То есть тут будет все для суперкомфортной жизни. А со временем, конечно, это займет лет 7-10, весь район будет застроен подобными комплексами, и все эти комплексы сольются в одно мастер-план комьюнити. То есть это будет мини-город в городе с шикарной доступностью к даунтауну Торонто. 20 минут, и вы в даунтауне Торонто. Еще один момент, который я хотел бы заметить, это то, что за 20 минут пешком или там за 5 минут на машине от проекта можно добраться до парков и пляжа, расположенная в районе Бичес. То есть все эти факторы говорят о том, что в будущем это место станет одним из супер-лакшери мест для проживания в Торонто. И как еще раз я говорю, войти инвесторам на начальном этапе строительства, когда строится первое здание, это всегда дорого стоит. Мы абсолютно не сомневаемся, что те инвесторы, которые приобретут квартиры в этом проекте на начальном этапе строительства, в будущем получат отличные дивиденды. В описании к этому видео есть ссылка на страницу проекта на нашем веб-портале www.newgtacondos.com. Кроме этого, есть ссылка на онлайн-аппойнтмент. Вы можете выбрать удобное для вас время, и я вам расскажу еще более подробно о проекте. Резервации квартир начинаются сейчас. Планы и прайсы выйдут в самое ближайшее время. Ланч-дейт назначен на конец марта. Но отправляйте резервации заранее. Этот high-demand проект, квартиру здесь будет получить непросто, поэтому чем раньше вы отправите заявку, тем больше шансов получить понравившуюся вам квартиру. Спасибо, с вами был Максим Богинский, и удачных вам инвестиций!